Зарубежная СМИ раскритиковала Чарла. Сайт FightNights.com оказался не в восторге выступления американского боксера Джермала Чарла в поединке с Матвеем Коробовым. Джермал Чарла не готов к победителю боя Головкин, Канело или Джейкобсу. Трипл Джей оказал Чарла услугу, не подравшись с ним, пишет твиттер издания. Также обозреватель бокса сайта Boxing247.com Джефф Сорби оценил уровень Джермала Чарла и его готовность к встрече с такими средневесами, как Головкин и Альварес. Этот бой Чарла Матвеев показал, что Чарлу предстоит пройти долгий путь, прежде чем он будет на одном уровне с Канело и Головкиным. Если Трипл Джи примет поединок с Чарло следующим, как того хочет WBC, то Головкин просто убьет его, потому что Чарло с трудом одолел Матвеева, а Матвеев не так силен, как Головкин. Чарло нужно больше работать перед тем, как он встретится с настоящими львами среднего веса, поделился своим мнением автор. Также отметим, что Джермал Чарло выразил уверенность в том, что его потенциальный поединок с Головкиным рано или поздно станет реальностью, и сделал заявление относительно поединка с Альваресом. «Я все еще обязательный претендент, я буду драться с Головкиным, я не знаю когда, но мы сразимся. Канело побил Головкина. Дайте мне Канело, это реалистично, пояса позволят этому случиться. Я был обязательным соперником. Я до сих пор обязательный соперник. Ну что ты, мужик? Обязательный соперник хоть что-нибудь еще значит? Сделай это. Сразись с обязательным соперником. Далахуэ всегда упоминает про меня. Он знает, что я здесь, меня нельзя избежать. Я все еще победитель. Я все еще чемпион», — сказал Джермал в интервью журналистам.